Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет с вами топ-10 новинок и продуктов из каталога Oriflame номер 3. Я всегда составляю топ для того, чтобы мне было легче ориентироваться, о чем говорить с моими клиентами, друзьями и близкими, на что обращать внимание и чтобы ничего не забыть. Я вам тоже рекомендую составлять такой топовый список. Конечно, у каждого из вас он будет абсолютно свой, какие-то продукты будут совпадать с моими, но я просто уже знаю предпочтения моих клиентов, я уже знаю, что они любят, я знаю, что они больше просят обычно, поэтому я подборку делаю соответственно под их вкусы и запросы, а вы делаете соответственно под ваших близких. Итак, приступаем. Я закладки всегда делаю в каталогах, чтобы, во-первых, еще и привлекать внимание к определенным страничкам. И первая закладка у меня оказалась на развороте. Кстати, я крайне редко говорю об ароматах в обзоре и об продукции Wellness, потому что эта линейка, она требует особого внимания, и, например, аромат не так-то и просто подобрать, один для всех, ну просто нереально. Так вот, смотрите, первый разворот — это пудра матирующая и румяна в шариках. Действительно, эти продукты, они всегда привлекательны для девушек, для женщин, и получить в подарок, например, такую баночку с румянами, где много-много разноцветных шариков. В баночке, кстати, нет зеркала, а у новинки в серии «Жемчужное сияние», вернее, в эксклюзивном варианте будет зеркало. Мы снимаем губку, а здесь нас ждут много-много-много вот таких шариков, которые все переливаются, они имеют некоторый такой вот блеск, сияние, и с ними получается красивый румянец, естественный. Поэтому все любят, а еще любят эти румяна, потому что их надолго хватает. Минимум 3 года используется такая баночка, а бывает, что и на больший срок. И второй продукт — это пудра матирующая, она в 2 оттенках: естественный, теплый бежевый и слоновая кость. И эта пудра тоже зеркалом, есть специальный спонж для нанесения пудры, она с эффектом фотошопа. Я записывала, кстати, отдельное видео про эту пудру, вы можете показывать его своим близким или кому вы хотите предложить пудру, или кто задает вопросы, какая пудра хорошая. Видно сразу, как преображается лицо, сглаживаются все поры, тон лица выравнивается, и лицо выглядит моложе. Это однозначно, я в восторге от этой пудры, всем ее рекомендую. Задают часто вопрос, для какого типа кожи она лучше подойдет. Написано, что пудра матирующая. Моя кожа комбинированная, то есть слегка выражена Т-зона, но она и не сухая, то есть у меня нормальная кожа. Пудра подходит мне на 5 с плюсом, а я думаю, что для обладательниц комбинированной ярко выраженной или жирной кожи пудра должна быть идеальной. Следующий разворот на странице с Wellness. Вот хотя я про Wellness не говорю, но и на Wellness очень редко бывают акции, здесь я молчать не могу, потому что у нас здесь представлен комплекс, сейчас скажу, как правильно называется, морской кальций и витамин D. Я пила уже этот комплекс подряд, 2 баночки пила, до этого еще пила. Эффект я увидела сразу, вот когда у меня была проблема с суставами, я начала пить кальций, проблема ушла совсем через 2 недели, и она не возвращается. Уже прошло полгода с того момента, проблема не возвращается, поэтому я считаю, что этот продукт отличный. И вторая баночка — омега-3. Омега-3 это продукт, который я и моя семья, мы, например, кушаем его всегда, постоянно. Это биологически активная добавка к пище, как кальций, так и омега. И омега в Oriflame очень высокого качества. Нужно 2 капсулки каждый день кушать, это как план минимум. Следующий разворот — это страница серии Essence и Co, и у нас выходит серия с зеленым мандарином и флёр д'оранжем. Можно потереть страничку, она ароматизированная, и услышать или почувствовать, кто-то запахи слышит, кто-то их чувствует, нюхает, свежий, бодрый, цитрусовый аромат. Серия выглядит представительно. Вот мои флакончики, которыми я сейчас пользуюсь, это лимон и вербена. Выглядит солидно. Прекрасный подарок, и рекомендую заказывать не по отдельности, а в наборе, потому что цена набора значительно привлекательнее, чем если взять по отдельности один и другой. Почему рекомендую эти продукты? В состав входят натуральные эфирные масла, и когда пользуешься серией Essence и Co, то возникает приятное ощущение на коже, кожа увлажняется, напитывается очень легко, ароматы тонкие, такие нежные, и тоже сохраняются на коже. А лосьон, он великолепно увлажняет, великолепно, потому что вот просто он впитывается легко, хорошо увлажняет, не оставляет жирного следа. Ну вот восторг у меня к этой серии всегда позитивный. Конечно, иногда смущает цена, потому что можно гораздо дешевле приобрести гели и лосьоны, но это что-то особенное. Если вы никогда не пробовали, попробуйте. Или если у вас клиенты ищут что-то необычное для себя или в подарок, смело рекомендуйте эту серию, положить в красивый пакет, и будет роскошный подарок. Следующий разворот я посвятила помадам. Вы знаете, несмотря на то, что масочный режим, спрос на помаду не снижается. Заметили? У меня как заказывали, так и продолжают заказывать помады. Все равно женщина хочет всегда выглядеть привлекательней. И на этом развороте помады стойкие. Одна ультрафикс, а другая кремовая матовая. Ультрафикс дает тонкое покрытие. У меня 3 оттенка, я вот два взяла, один пропустила. Она ложится очень тонким слоем с первого нанесения, дает интенсивный цвет, то есть ее не надо много-много раз красить. Она держится до 8 часов, я проверяла. Но если покушать что-то жирное или горячее, например щи, суп со сметаной, то, конечно же, помаду нужно будет исправить. По ощущениям легкая, не сушит губы. Если вдруг возникает все же ощущение, что немножко как бы подсушивает, просто вниз нанесите сначала бальзам, дайте ему впитаться, промокните, а потом нанесите эту помаду. У меня по поводу этой помады очень хорошее впечатление, поэтому тоже ее смело рекомендую. А жидкая матовая, она просто бесподобна. Во-первых, она очень удобная, у нее кисточка изогнута под формы губ, то есть как бы анатомический такой изгиб у кисти, то что красишь без подводки, можно просто нанести классный тон. Хотя помада яркая, красная, я даже без контура совершенно спокойно справляюсь с ней. Тоже лежит отлично, не сушит, приятные впечатления. И когда я крашу губы этой помадой, все спрашивают: вау, что у тебя за помада? Потому что она эффектная и красиво лежит на губах. Следующий разворот. Угадайте что? Опять помада. Кто-то скажет, что возможно, да, по цене дорого получится помада ультрафикс или матовая стойка, а помада серии On Color очень доступна, хороший выбор по оттенкам, и она настолько качественная, что она меня просто удивила. Я никогда не думала, что помада в таком ценовом сегменте может мне понравиться. Кстати, когда я крашу губы этой помадой, мне очень много в комментариях пишут вопрос: что за помада на губах? Она эффектная, она сочная, приятная, увлажняет губы, тоже ложится сразу с первого раза ярким сочным слоем. И кто ее хоть раз попробовал, потом всегда с удовольствием заказывают и рекомендуют другим. Так что эту помаду тоже ни в коем случае не сбрасывайте со счетов, она вот такая классная. Следующий разворотик, который я выбрала, серия Королевский бархат, и здесь нас ждет маска тканевая, подтягивающая, и интенсивный разглаживающий крем-бальзам для лица. Знаете, что самое удивительное? Я никогда не пробовала эту маску, или если я пробовала, то я забыла, но столько классных на нее отзывов, что я решила попробовать. Всего Кстати, она же не тканевая. Или тканевая? Мне кажется, она не тканевая. Мы посмотрим. Не написано. Написано подтягивающая маска для лица 5 мл. Значит, она не тканевая. Так, жду от вас отзывов, напишите мне. Но зато я пробовала крем-бальзам. Крем-бальзам всего 30 мл. Вроде бы мало, но хватает надолго. Во-первых, потому что это тюбик. И тюбик с маленькой дырочкой, то есть мы выдавливаем столько, сколько нужно. Обычно из баночки у меня получается, что я беру больше, чем нужно, у меня остаются излишки, я их втираю в руки. Ну да ладно, руки тоже должны быть ухожены. Кстати, может быть, у меня поэтому такая хорошая кожа на руках, то что я еще утром и вечером излишки крема втираю в себе вот верхнюю часть кистей. По поводу бальзама, один из отзывов, который написала моя подписчица, она сказала: хотела бы, чтобы такой бальзам был для всего тела, настолько он ей понравился. И он действительно хорош, просто прелесть. Попробуйте хотя бы раз, ну, чтобы знать, что он, почему он такой классный и почему его можно всем рекомендовать. Он не жирный, подойдет для все помады попадали, для разных типов кожи, очень приятный. И я его уже заранее себе приобретала, буду использовать, когда начнется теплая жаркая погода, потому что экологен мне в лето будет тяжеловатый, а этот бальзам в самый раз. Следующий разворот посвящается серии Eleo. Буквально сегодня мне пишет клиентка: Лиля, мне срочно нужно ночное масло Eleo, которое я у тебя уже заказывала, срочно, у меня кончилось. А у меня есть наличие укрепляющее. Я говорю: есть укрепляющее? Она: ну я не знаю, мне так это понравилось, как оно классно пахнет, какие у меня с ним волосы, но только мне срочно, потому что у меня все закончилось. Я говорю: попробуй укрепляющее, потому что масла можно чередовать, не обязательно всю жизнь пользоваться одним маслом. У нас такой классный выбор, тем более что укрепляющее, оно помогает, вот когда волосы окрашены, сделать их более мягкими и послушными. Итак, у меня-то сейчас масло ночное в использовании, я его очень люблю, действительно. Из всех наших масел у него самый вкусный аромат, самый вкусный. Так, далее на этой же страничке серия Eleo представлен шампунь. Вот такой вот большой флакон шампуня, он тоже обладает чудесным ароматом, просто невероятным. Классно не только пахнут волосы, но они и по качеству классные. Шампунь такой кремовый и создает приятную пенку, смывает все с волос, да, ненужное, и при этом напитывает волосы. У меня, например, у дочки это любимый шампунь, и я ей на праздники собираю, когда какую-то там косметичку, новую продукцию, я ей всегда вкладываю что-то из серии Eleo. Кстати, и маска у нее сейчас тоже заканчивается. Здесь будет представлен шампунь, кондиционер, как мы привыкли, кремовый, и кондиционер пенка для волос. Но пенкой я еще не пробовала пользоваться, поэтому если у вас есть какой-то опыт, напишите, поделитесь своими впечатлениями. Так, я один разворотик пропустила, ладно, сейчас мы к нему вернемся. Следующее, что я выбрала, как вы думаете, почему я выбрала этот набор с кремом? Как правильно ударение ставить? Кремов? Потому что они невероятные. Когда я первый раз увидела вот эти тюбики, я в них сразу влюбилась. У меня серия из прошлой коллекции, то есть тюбики по 30 миллилитров, 3 штуки с разными ароматами: пион, жасмин, сирень. Мой любимый сирень, как вы уже поняли. И 3 крема, которые очень удобно можно дома разложить в разных местах, один в сумочку бросить, потому что с собой носить такого малыша намного удобнее, чем крем 75 мл. Это очень классный лайфхак. Все чудесно оформлено, то есть будет такая красивая праздничная упаковка, и это чудесный подарок. Кстати, не обязательно дарить целый набор. Если вы хотите сделать какие-то приятные комплименты просто своим близким или клиентам, разделите и подарите по одному крему. Поверьте мне, это всем очень понравится. Иметь такой вот тюбик в виде акварельных красок очень здорово. Мне, по крайней мере, очень нравится. Следующий разворот я посвятила серии с чайным деревом. Почему именно этой серии, хотя такой огромный выбор. На этой странице самые привлекательные для меня продукты: скраб, маска скраб и самое любимое масло чайного дерева с лаймом. Оно невероятно, мне это масло заменяет пол аптечки. Что с ним можно делать? Погуглите, посмотрите в интернете, что делаю я. Если возникают какие-то прыщики, ранки, ушибы, ссадины, ожоги, укусы, однозначно сразу прибегаем к помощи масла чайного дерева. Можно капнуть в шампунь, если есть перхоть, да, если вот на голове какие-то некомфортные вещи, то есть как бы я даже полощу им горло, закапываю в нос, но обязательно нужно разводить, то есть чистое масло не используется, и оно, конечно, не предназначено для приема вовнутрь, поэтому только полоскание и закапывание. Так. И по поводу маски скраба, мне очень понравилось, как она работает, особенно если использовать как маска, то есть очистить лицо и нанести таким хорошим слоем маску на 10-15 минут и потом смыть. Вот настолько ощущение чистой нежной кожи мне понравились, при этом нет стянутости, сухости, просто чудесный продукт. Хотя масло чайного дерева, по идее, эта серия больше для комбинированной жирной кожи, но мне она очень понравилась. Попробуйте сами, оцените, как это работает. Так, последняя страничка, но не последний продукт. В самом конце каталога новая серия, которая называется, где ее название найти, Magic Garden, магический сад, да, переводится. Красивый дизайн, очень по-весеннему, так нарядно. Я думаю, что на эту коллекцию будет огромный спрос, потому что нас ждет 8 марта, и как раз этот каталог будет в преддверии 8 марта действовать. Что я хочу вам порекомендовать? Не откладывайте свой заказ на последнюю неделю каталога. Скорее всего, многих вещей, которые я сейчас показала, их уже не будет на складе. Невозможно просто просчитать наши аппетиты, сколько мы будем заказывать и чего конкретно. И в эту серию входит мочалка. Кстати, мочалка мне показалась не очень интересная, ну, по крайней мере, губчатые лепесточки, ну, не знаю, надо пробовать, но мне кажется, она не очень удобная в использовании. Но зато гель для душа, крем для рук и мыло составят прекрасную композицию подарочную, и можно миксовать, например, взять какой-то один продукт и мочалку, или два продукта, или уж всю серию, чтобы подарок получился наиболее красивым. И пропустила я одну страничку, потому что это вставка в каталог серии Novage. И про Novage я тоже говорю редко, но здесь мне захотелось отметить этот продукт. Обновляющий пилинг для лица, всего за 619 рублей вы получите вот такой большой флакон, здесь 100 миллилитров. Этот пилинг рекомендуется использовать на ночь. На очищенную кожу наносим на 20 минут толстым слоем, потом смываем. Но если вы знаете, что завтра у вас день будет, вы будете проводить на солнце или планируете на пляж, не делайте этого, не делайте пилинг, потому что кожа будет слишком обнаженная, и вероятность возникновения пигментных пятен увеличивается. Поэтому используем на ночь и потом хотя бы денечек-два не загораем. Пилинг работает очень круто, мне кажется, эффект виден сразу, вот по крайней мере я его вижу сразу, настолько кожа становится чистая, розовая, сияющая, что хочется его делать и делать постоянно. И также рекомендую на соседней страничке обратить внимание на специальную такую силиконовая кисточка или даже лопаточка, которая очень удобна при нанесении масок и пилинга. Она прям классно распределяет все по коже лица и помогает сделать нанесение более приятным. Но опять же, это, на мой взгляд, это баловство, но такое приятное баловство, и тоже шикарный подарок, если подарить, например, кому-то лопаточку и такой пилинг. Во-первых, кто пользуется таким пилингом, сэкономит кучу денег, потому что поход к косметологу стоит в разы дороже, чем одна такая баночка, а использовать вам ее хватит надолго, то есть она экономичная, по крайней мере у меня она уже очень долго, хотя я делаю и достаточно часто делаю. Фух, теперь я вам все показала, поделилась своим топом, а вы напишите в комментариях, что вы выбираете из этого каталога и что вам кажется особенно таким вот нереально классным, крутым, с хорошими скидками или с акциями. Я буду рада вашим сообщениям. Также подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. И я вам желаю отличного каталога. Все, все раскидала. Пока-пока, до новых встреч. Все, Миш. Нет, не все.